Hello, my dearest friend. How are you today? Как у тебя сегодня дела? Давай с тобой ответим. Так, у меня все хорошо. I am fine. У меня все хорошо. Ну что ж, у меня тоже сегодня все отлично. И мы с тобой приступаем к чтению. Сегодня у нас много маленьких текстов. Мы сегодня познакомимся с рассказом крокодила, с рассказом нашей змеи и жирафа. Ну что ж, начнем с тобой читать, переводить тексты. Все выделенные синим слова, как всегда, нам нужно записать в рабочую тетрадочку с переводом. Запиши дату, номер страницы, на которой мы сегодня работаем. И поехали. I'm Croc the Crocodile. Я Крок крокодил. Крок. Имя крокодил, фамилия. I'm green. I'm green. Я зеленого цвета. I've got a big mouth and big teeth. Еще раз. I've got a big mouth and big teeth. У меня большой рот и большие зубы. Mouth – рот, teeth – зубы. I've got four short legs and a long tail. I've got four short legs and a long tail. У меня четыре коротеньких лапки и длинный хвост. Short – короткий. I'm dangerous. I'm dangerous. I'm dangerous. Я опасный. Dangerous – опасный. The next text is about snake. I'm sis the snake. Я sis – змея. I'm orange and red. Я оранжевого и красного цвета. I've got a long body. Опять-таки, body – британское произношение, body – американское произношение. Тело. У меня длинное тело. I've got no legs. I've got no legs. У меня нет ног. I'm very dangerous. I'm very dangerous. Я очень опасна. Конечно, змея очень опасна. И последний рассказ у нас о жирафе. I'm Jira the giraffe. Я Jira – жираф. I'm yellow and brown. I'm yellow and brown. Я желтого и коричневого цвета. I've got four legs. У меня четыре лапы. I've got four legs. I've got a long neck. I've got a long neck. У меня длинная шея. Записали слово neck – шея. I'm tall. I'm tall. Tall – высокий. Давай посмотрим с тобой, какие слова ты сегодня должен был записать в тетрадь. Естественно, выучить к следующему уроку. Mouth – рот. Пасть, естественно, для животного. Teeth – зубы. Short – короткий. Dangerous – опасный. Body – британское произношение. Тело – туловище. Neck – шея. Tall – высокий. Обратили внимание на задание номер 4, которое следует тоже записать в рабочую тетрадь. Я объясню. I am – это полная форма. Я являюсь. Например, я себе могу сказать I am a teacher – я учитель. Для того, чтобы я это сказала быстро в разговоре, я говорю не I am, а просто am. То есть я сокращаю. Выпадает буковка «эй», звук «э». У нас получается слово «ам». Вот поэтому у нас везде в текстах было «ам». I'm Jira the giraffe, I'm yellow, I'm sis the snake и так далее. В
Второе сокращение. I have got. У меня есть. Я имею. Например, I have got two arms and two legs. I have got a pen. У меня есть ручка, допустим. Это будет проще выражение для тебя. I have got a pen. Чтобы мне сказать это выражение быстрее, мы говорим I've got, I've got, I've got. I've got four legs. Вот так это было представлено в тексте. У меня четыре лапы. I've got a long neck. И у меня длинная шея. Вот такие вот правила грамматики мы сегодня с тобой тоже рассмотрели и уяснили для себя. В упражнении 5 постарайся загадать какое-то животное. Представь, что ты, допустим, слон, крокодил, зебра. Попытайся себя описать. И пусть тот, кто тебя слушает, догадается, кто же ты такой. Попробуй так сделать. Примеры вот таких вот описаний у нас были в уроке. В прошлом уроке 2 описания и в этом уроке 3 описания. Выбери любой и расскажи об этом животном. Во всяком случае, постарайся это сделать. Теперь обратим внимание на рабочую тетрадь. Она у меня тут чуть-чуть черно-белая, но она такой будет не до конца учебного года, буквально несколько уроков. Итак, первое задание – Unscramble the words. Расшифруй слова. Это части тела, которые мы уже с тобой выучили, записали в тетрадочку. Leg – нога, neck – шея, body – туловище, тело переводится, nose – нос, tail – хвост, ear – ухо, ear – ухо. Конечно же, можешь обратиться к учебнику, в словарик, или же просто вспомнить, как пишется это слово. Потому что уже у нас были эти слова в наших рассказах. А теперь упражнение 2. Fill in and draw. Заполни и нарисуй. My name is Ella. Меня зовут Ella. I'm an elephant. Я слониха. I've got a long nose. Ну, естественно, здесь не хватает буковки O. У меня длинный нос. I've got big ears. У меня большие уши. Буковка R должна здесь стоять. I've got four legs. У меня четыре ноги. Буковки I здесь не хватает в слове legs. Нарисуй, пожалуйста, слониху Эллу. А на этом наш урок окончен. Thank you for your attention. Обязательно учи новые слова и повторяй предыдущие названия животных, а также части тела, которые мы уже с тобой выучили. Okay, my dear, that's all for now. See you. Goodbye.